Какой бытовик? Потому что если что, там финальный мультик еще маленький бытовик. У меня его не бытовик. У меня еще вот штатный бытовик есть. Он один раз у нас. Спокойно на самом деле даже ты что-то снимаешь. Да, Лида, да, да. Ох, хорошо там. Да,
Низ. Да. Вот слева. Видел вот слева? Да? Сейчас не видел. Я запись. Вот это вот и есть. Слева бешеный просто. Да. Я помню, она... Да? Да. Там очень достаточно мужики не обмечиваются, потому что что с ним делать? Страшно. Если не идет... А вот Федотов мог. Там с Никулиным они добились. Федотов и Никулина опять попал. Блин, Никулин крепко повел. Ну, Федотов 2-0 повел, а потом Никулин повел, по-моему, 6-1, а Федотов вытащил. В общем, 3-1 Федотов. Он просто посыпал. Да, ну там матч был самый вот серьезный уровень для сегодня. А что? Стулья? Стулья, да. Лосковский сейчас очень сильно поднялся. Ну, он тут совсем как хорошо играл. Ты посмотри, как бы на результаты, да. Как Игорь. Вон, смотри, он с Митрополовым выглядит. На равных. Интересно.
последний смотрел вот эти вот молодежные все, ну не молодежные даже, а эти самые религии вот российские. Говорю, Мусисяну он сегодня зашел. Мусисяну за пидушки ушел. Много взял даже за пидушек, но это как бы такая. Ну потом попался Артеменко, поэтому восхождение. Артеменко это сборная России. Ну как бы, но он сражался даже. 3-0 правда. Там офигенная битва была Митрополова с Монархом. Короче, в решающем сете, по-моему, 19-18 выиграл Митрополов. Да? Или 20-19. Напекало, как дура фигляет. Он вкладывает, он видел от отток с нитиской. Одно это и самое, одно это. Это же профессионал высокого уровня. А как бы много очков клоунов, потому что очень не идет. А, как бы возьму, как бы, выиграю три, проиграю одну, не пойду, спасибо за команду. Начинает с этой, там, по 0-4, ну, это и, как бы, сентябрь. А вы куда поедете, на этот самый, на Белой Молнии обратно? Да. Можем тебя взять. Нет, спасибо, я там уже был. Не там, но я в школе был, но... Да, сейчас поместишься? У меня своя, спасибо. Я так скажу, наверное, сам. Сергей, у меня ребенок по восьмому году, с двумя годами запаса, 26 место. И сколько человек? 70. Нормально. Ровно половина. Ровно середина второго финала. Молодец. Хорошо. По 9 уже. 5 очков. Не ходят, похоже, конечно. Обычно на них насмотришься, думаешь, ну, блин, это то, что ты выходишь, и ничего не попадаешь. Нет, я смотрю, я так никогда не смогу, у меня другие мысли. Нет, ты головой-то понимаешь, что ты не сможешь, что кажется, что как будто такого сложного. Нет. Мне кажется, что это нет, какие-то модели, боги. Они пудрят. А эти твои боги, помнишь, там на европейский средний уровень сливают на одну колено? А там сверх боги. А там, да. А эти выходят на японский уровень, на китайский средний уровень. Там тоже сливают на одну колено. Там вселенские боги. Вселенские? Харимон тогда. Дымил. Здорово, 10-10. А ты не хотел записывать? Какая заруба? А, ты не записываешь? Сейчас ты не записываешь. Помню, я спросил, Свечников выиграл в спине. Это же один раз. Вот ты куда автобус попал? Да, слева особенно. Вот подача какая! Там такой адрес. Такой вот. Это у кого? Вишнякова. У меня подача и плоскость. Подача не там непонятно, что летит, это очень непривычно. Половина очков твоей. Не видишь ли? Она была гладнокровная. Надо вышину очень. Два очка подряд взяла. Ее подача. Опять. И на подаче выиграла. Да. Три очка подряд, две на подаче. Хорошо, подачу. Разные у меня. Кто Масисян? Дождал. Ой-ой-ой, как
Саня, Савельев, пока там что такое? Я не знаю. Пока 0-2. 0-2. 0-2. Я не заметил. Да. Это не них. Написано, что лично. Лично, да, это все. Это не лично. Натечек. Это курага? Натечек. Курага же когда-то была какой-то ядер. Прикосом. Может, это была. Гена, из такой умы, скажи, какой ягоды был урюк? Тоже абрикосом, но он с косточкой. Да? А почему иногда говорят, приди, урюк? Сморщенный, наверное, такой, да. Весь такой вот. Ну, потому что уже как бы с косточкой, он такой вот, знаешь, если его еще отодрать этой косточкой, это не то. Но говорят, что, типа, ай-яй-яй. Особо продвинутая, например, теща моя. Страшно, что именно урюк, как бы, это, типа, надо есть. Полезный. А курага, типа, это какой-то химий или фигачий. Когда вынимают косточку, вот не знаю, короче. Грузовочка плохая тема. Вы не можете, а я хотел купить Мазмирова, он еще где играет, я его ни разу не писал. Груздов? Нигде. А как он так вот сразу в финал добрался с таким рейтингом? Невозможно нигде, можно. Невозможно нигде не играть и иметь полторы там тысячу, тысячу две. Там тоже много не берет. Где-то ехать в России. Давай после матча подойдем и спросим. Я не представлю. Мне как-то сосы. Если он выиграет, если проиграть не будет, он уже проиграл почти. Груздовар, Груздовар, потом он перестал.